Здравствуйте, наши дорогие, наши самые музыкальные телезрители. Почему музыкальные? Потому что в эфире музыкально-поздравительная программа «Полифония». Как всегда, по выходным, дорогие друзья, будем передавать музыкальные приветы, поздравления, будем слушать хорошие песни. Итак, в эфирной студии для вас работает Марат Тимохин. Мы начинаем. Итак, дорогие друзья, начинаем зачитывать ваши письма. И первое письмо, которое я держу у себя в руках, пришло к нам из Рязанской области. Здравствуйте, Марат! Здравствуйте и вам, друзья!
Пишет вам Хабиб Вахидова, а в школьные годы Узаирова из Рязанской области. Смотрю вашу передачу «Полифония», мне очень нравится. Пишу я вот по какому поводу. В этом году у нас 40 лет, как мы окончили школу, а учились мы в селении Келятль Гумбетовского района. Выпуск наш 78-го года, ну, естественно, 1978 года. Хочу поздравить своих одноклассников с такой датой. Особо хочу выделить своих двоюродных сестер, одноклассников, Айшат и Махружат, школьных подруг Исламат и Изахат. Инсапат, она даже стала тещей моего любимого племянника Нуцалай, Кинайнат, Асият, Курсат, Задай, Патимат, моего друга Магатрасула и всех-всех-всех остальных. Не сразу верится, но уже прошло 40 лет с того момента, как мы стояли на пороге родной школы в преддверии новых стартов и открытий. У кого-то из нас все получилось с первого раза, кто-то менял свои планы и цели, но юность осталась позади. Но я хочу всем пожелать с улыбкой вспоминать чудесные годы за школьной партой и хоть на один день снова стать теми озорными мальчишками и девчонками, в глазах которых блестели радость и беспечность. И пусть эти воспоминания всем нам прибавят сил, энергии, вдохновления для новых успехов и для новых историй. Очень хотелось бы поздравить своих одноклассников с такой датой и посмотреть, послушать одну зажигательную аварскую песню. Спасибо, с уважением, Хабиб. Хабиб, вам огромное спасибо большое за такое хорошее письмо. Я думаю, что выпуск 78-го года, это у нас Гумбетовский район, селение Келятль. Одноклассники, кто там сейчас слышит? Это все про вас тут говорилось. Так что пишите письма, передавайте приветы и вот так иногда вспоминайте друг о друге. Happy.
На всякий случай напомню вам тот самый волшебный адрес, по которому вам нужно отправлять свои, соответственно, музыкальные заявки, поздравления и приветы. Запоминайте, а еще лучше записывайте. Итак, 367-032. Это индекс. Записали. Дальше. 367-032. Российская Федерация. Республика Дагестан. Город Махачкала. Улица имени Магомеда Гаджиева, 188. РГВК Дагестан. Музыкальная редакция. Программа «Полифония». Пишите, ваши письма дойдут ко мне, а я прочту их здесь, в эфирной студии программа «Полифония». Yaşlan yaz başla Esinle musügenim Yoluktan yutmağı başla Esimde var şunlamadan Sıyıldı baykanı Gulbanlardan gülleci Biri çevirdi kaykanı Esimde var şunlamadan Sıyıldı baykanı Gulbanlardan gülleci Biri çevirdi kaykanı Yaşlık seni beni unutur Başkasına nasip verip yaş yüreğim soğutur Ben hadi de seni dostum şu ballardan isteyim Sen gele gele sokmaklarını tan kalkınca gözleyim Ben hadi de seni dostum şu ballardan isteyim Sen gele gele sokmaklarını tan kalkınca gözleyim Seni yıllar getip görür mü? Yaştayım ki yüreğimi sağlar getip verir mi? Olmaz yaray mı seni? Sürlet mi ki bularım an? Kısa sokmaklar bulan hasta getip kalarım an. Olmaz yaray mı seni? Sürlet mi ki bularım an? Kısa sokmaklar bulan hasta getip kalarım an. Следующее письмо, дорогие друзья, пришло к нам от семьи Раджабовых из Ставропольского края, ну точнее поселок Новоульяновский Георгиевского района. Итак, ассаламу алейкум, Марат Тимохин. Ва алейкум ассалам, дорогие друзья. Мы хотим поздравить вас и вашу съемочную группу со священным месяцем Рамадан. Спасибо большое, группа. Вот, они тоже благодарят, да. Спасибо вам большое. А самое главное, хотим поздравить с днем рождения нашу любимую мамочку, Раджабову Тамамдур Сулеймановну, со Ставропольского края, Георгиевский район, поселок Новоульяновский, конечно же, адрес тот же самый. Так вот, поздравления от детей, от внуков, от зятей и снох. 6 июня ей исполняется 18 лет. Мы скажем так, ну, конечно, чуть-чуть побольше. С днем рождения тебя поздравляем. Счастья в жизни большого желаем, светлых дней и улыбок букет. Не болеть, не стареть много лет. В день рождения поздравления от нас – это раз. Шлем мы добрые слова – это два. Быть все время впереди – это три. Пусть этот день не будет в тягость, а принесет тебе только радость, исполнит все мечты, желания, согреет лаской и теплом, не даст войти болезни в дом. Пусть счастье светит в вашем доме живым и ярким огоньком. Пусть жизнь твоя
вечно смеется, в душе расцветают цветы, и сердце пусть радостно бьется, не зная невзгод и беды. Желаем счастья и добра. Так хочется добавить кип-гип, ура, 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 но нет, 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 дорогие друзья, тут продолжение. Желаем счастья и добра, и вечной юности, цветения, любви, улыбок и тепла в твой светлый праздник, в день рождения. Замечательное стихотворение для мамы, в подарок, даже так написано, для мамочки. Вот это будет правильно. Ну и просим поставить красивую песню, та-да-да-дам, заранее вас благодарим. Тамамдур Сулеймановна, я хочу сказать, любят вас, любят, и не просто любят, а дорожат вами, обожают вас. Посмотрите, какие хорошие слова написали. Вас с праздником, с днем рождения. Ассаламу алейкум, добрый вечер, всем приятного отдыха. Уизибау, он аминда ми дуния за смуче хуне,
ويزي باو ونقم دا دنيا يلزم غرقا كوني ويزي باو ونقم دا من دنيا جسمو تشيكوني ويزي باو ونقم دا دنيا يلزم غرقا كوني. Спасибо большое. Найти нас в интернете достаточно легко и просто, дорогие друзья. Достаточно открыть браузер и ввести rgvktv.ru. rgvktv.ru – это сайт, конечно же, сайт телерадиокомпании РГВК Дагестан. Заходите, узнавайте все самые последние новости из жизни республики, из жизни нашей страны и вообще мировые новости. Ну и, конечно же, дорогие друзья, самое главное – это онлайн-трансляция, которая происходит на сайте rgvktv.ru. Онлайн-трансляция нашего любимого радио «Страна гор» и онлайн-трансляция РГВК Дагестан. Заходите, не стесняйтесь. rgvktv.ru. Далее у нас без обратного адреса, но мы сейчас узнаем, кто кого и с чем поздравляет. Ассаламу алейкум, Марат Тимохин. Ва алейкум ассалам. Пишет вам ученик 7 класса Мусабеков Залумхан из города Махачкалы. Хочу поздравить своего дедушку Багамет Кади, которому 10 июня исполняется 65 лет. Он проживает в Дахадаевском районе, селе Миусиша. Дорогой мой дедушка, сердечно, с юбилеем я приветствую тебя. Дед, ты самый лучший, безупречный, ты пример, конечно, для меня. Рад сказать тебе сегодня только лучшие слова. Пожеланий шлю тебе я сотни. Мира, счастья, радости, добра. Также к моим поздравлениям присоединяются его внуки Магомед, Султан, Заур, Идрис, Багамет Кади, внучки Ирен, Муслимат, Асия и мои родители Мурат и Айшат. Большая просьба к вам, поставьте, пожалуйста, музыкальный подарок на даргинском языке. Ага, что-то у нас такое было из того, что вы написали. Сейчас наш выпускающий режиссер подберет вам именно эту песню. Спасибо вам большое. С уважением, М. Зулумхан. Зулумхан, спасибо большое. Багамет Кади, ну, от души позвольте поздравить с праздником, пожелать еще долгих лет жизни, здоровья. Вот приятная компания, внуки, внучки, дети, там все где-то рядышком. Большая семья, большая радость. Счастья вам. С днем рождения. Особенно сидящие красавчики. Ah,
дила хасадеш бухра букехе бужра бужехе эни бикали давай дикехе арада шевеша о бай машалер гиц بوتس زادش لاتا بیهانا نمکیل برقلی آق بوتس آتو بغا نمورنا هلا چرفا جگدش ایت پلونی را خورولا هچی دیل حسدش آتو بغا نمورنا هلا چرفا جگدش ایت پلونی را خورولا هچی دیل حسدش بکرا بکه بجرا بجه اعنی بکالی دوائی دیکه بکرا بکه Спонсор программы «Полифония» – оригинальный цейлонский чай «Муса». Его зовут Муса. Он самый лучший чайханчик в городе. Ты не чайханчик, а? Ты маэстро. Ничего не стакать за твое здоровье. Его зовут Дибир. Он самый неудачливый чайханчик. В его чайхане вообще нет клиентов. Пару стаканов чая нам сделай. Чай есть сегодня. Давай за твое здоровье чай выпьем. Ара, он меня отравит хотел. Это что ты смотришь далеко на мой? Ты не чайханчик, а? Ты человек, что ли, после этого? Ты там стой! Ара, иди воду принеси быстро! Кстати, сколько чай выпью со мной? Что, давай пей! Никто мой чай не понимает. Никто. Муса, скажи ты секрет своего чая. Поди попозже заварки. Элитный цейлонский чай «Муса». Спрашивайте в магазинах города. О, наши постоянные телезрители опять на связи. Ставропольский край, Георгиевский район, поселок Новоульяновский. И, конечно же, на обратное имя у нас стоит Гусусаева Саят Пери. Да-да-да, Саят Пери, уже узнаем вас по почерку. Ассаламу алейкум, Марат Тимохин. Ва алейкум ассалам еще раз. Я вам очень благодарна, что вы откликаетесь на мои письма. Еще бы не откликаться, вы же их присылаете, я должен их читать. Спасибо вам и вашей съемочной бригаде. Бригада, это вам. Во, махнули рукой, спасибо. Я, Гусусаева Саят Пири, пишу очередное письмо с просьбой поздравить свою сестру с днем ее рождения. Раджабову Тамам. 6 июня ей исполнится 69 лет. Здоровья тебе, сестренка. Тебя мы очень любим, дорогая. Желаем здоровья, счастья, радости. Живи подольше, старости не зная. Желаю вам крепкого здоровья и долголетия. Милая, любимая, дорогая, родная сестра. Моя сестренка, с днем рождения тебя. Ну, а поздравляет наша семья вся Гусусаевых. И песня тут дальше идет в качестве музыкального подарка. Тамам. Раджабова. Вы видите, какое тут прекрасное письмо? Это вот, между прочим, Саят Пери. Она ни одного родственника не забывает. Надо будет как-нибудь и ее, наверное, поздравить в такой замечательный день. А сегодня, Тамам, мы поздравляем вас. Счастья вам, улыбок, здоровья. И позвоните Саят Пери. Скажите ей что-нибудь хорошее. Мурдида, он и не сад, я отхалифу,
Если вы являетесь активным пользователем социальных сетей, таких как Instagram, Facebook, Одноклассники и так далее и тому подобное, можете нас найти в этих самых социальных сетях. Нас найти очень и очень легко. РГВК ТВ. Ищите такой хэштег, и вы обязательно наткнетесь на нас. Так, давайте будем узнавать, откуда пришло это письмо. Здравствуйте, уважаемый Марат Тимохин и сотрудники съемочной бригады этой замечательной поздравительной программы. Вот, вам машут, уже привыкли махать руками, вот мне нравится. Пишет вам семья Магомедовых из Ростовской области. Ой, Ремонтнинский район, село Большое Ремонтное. Замечательно, никогда такого не слышал. 8 июня у нашего родного папы Касума в день рождения нашему папе исполняется 49 лет. Прошу поздравить и принять поздравления от нашего села Ургани. Поздравления от нашей родной бабушки, от его мамы Сакинат. А обязательно и от нас, и от двоих дочерей Луизы Марьям, и от маленькой внучки Самиры, замечательной жены Байзанат, от хорошего зятя Закира. Вот тут все, оказывается, поздравляют. Не то, что там все родные и близкие, а тут поименно. Поздравляем с днем рождения. Ты так много значишь для нас. И твой праздник с небольшим волнением подбираем лучшие слова. Мы тебе желаем счастья и здоровья, радости, удачи, долгих-долгих лет. Пусть всегда обходят стороной невзгоды. И Аллах тебе, и Аллах тебя сбережет от бед. А... могу тут, еще желаем чаще улыбаться, все воспринимая с легкостью душой, а своих седин не спеши стесняться, для нас ты, папа, вечно молодой. Спасибо огромное вам, Марат Тимохин, за проведение такой великолепной программы, как Полифония. Здоровья вам и вашей семье. Спасибо большое. Кстати, на седину действительно не стоит обращать внимание, тем более 49 лет, что это такое? Человеку отмерен век. 49 – это даже не полвека. Все впереди. Так, просим композицию «Даргинскую». С уважением, Закир, Байзанат, внучка Самира, Луиза и Марьям. Спасибо вам за добрые слова, дорогие друзья, и в мой адрес. Ну, а я с удовольствием поздравлю Касума, конечно же, с праздником, с днем рождения. Счастья, здоровья, удачи и всегда хорошего настроения. Zubari saati, har daim na bo khosi. At
табла барби сади, я не ванари кози, заки зубари сади, а да им на бухози, а табла барби сади, я не ванари кози. Завершен очередной выпуск музыкально-поздравительной программы «Полифония». Как всегда, дорогие друзья, в самом конце нашей передачи я говорю огромное спасибо вам. Спасибо вам за то, что вы вместе с нами, за ваши письма, за ваше хорошее настроение. Ну и, конечно, отдельное спасибо нашей съемочной бригаде. Они вот тут рядышком сидят, улыбаются, такие хорошие, вам ручками машут. И все, пока, увидимся через неделю.